Это психологический трюк, которым ты сможешь удивить своих друзей. Хорошая новость в том, что то, что тебе понадобится, самые обычные предметы, которые ты носишь в карманах. Кошелек, телефон и ключи. Также тебе понадобится еще лист с предсказанием, на котором ты должен будешь заранее написать вот такой текст. У меня в руках будет телефон, у тебя в руках будет кошелек, и ключи останутся лежать на столе. Складываем листок и откладываем его в сторону. Итак, зритель сидит напротив тебя, и можно начать этот эксперимент. Просим зрителя поднять две ладони и положить эти ладони на два любых предмета. Например, он кладет на кошелек и телефон. Далее мы просим его выдвинуть эти два предмета вперед и один предмет вернуть обратно к себе. Таким образом, если сидит человек напротив вас, он забирает себе кошелек, вы забираете себе телефон, берете предсказание и читаете, что у меня будет в руках телефон, у тебя будет кошелек, а ключи будут лежать на столе. Это первый вариант. Если зритель двигает к себе кошелек, точнее, ко мне кошелек, к себе телефон, то он открывает предсказание, вы говорите ему, открывай предсказание и читай вслух. Тогда он читает, что у меня в руках будет телефон, у тебя в руках будет кошелек, и ключи останутся лежать на столе. Ну и третий вариант, который может получиться, это когда зритель кладет на два предмета ключи и кошелек, и ключи на телефон. Рассмотрим, например, вот такой вариант. Зритель положил руки, ладони на кошелек и ключи, просит его выдвинуть вперед, и один предмет просите вернуть обратно. Если он начинает двигать ключи медленно, вы говорите ему «стоп», таким образом у вас получается диагональ. Говорите ему «забирай себе оставшийся предмет, я возьму себе телефон». Открываем предсказание и читаем. У меня в руках будет телефон, у тебя будет в руках кошелек, а на столе будут лежать ключи. Если происходит то же самое, что зритель выдвинул руки вперед и возвращает к себе кошелек, тогда вы говорите, у нас есть два предмета, какой ты себе выберешь? Например, он говорит, кошелек. Тогда я беру себе телефон, открываю предсказание и читаю его. У меня будет в руках телефон, у тебя кошелек, а ключи будут лежать на столе. Я надеюсь, вам понравится эта ходовочка. Пользуйтесь, она рабочая. Это секрет, между прочим. За него подписочка обязательно должна быть.